светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. Найденным трупам, по логическому заключению, они где-то попали часа в 4-5 утра, то есть до часов 11 до 12 над ними просто тупо измывались. Местные показания давали бабушка, рассказывает, говорит, всю ночь, говорит, двоих мучили наших шакалы. Полторы недели назад 8 наших товарищей попали в плен Национальной гвардии, украинским войскам. Мы договаривались с ними обменяться ихних пленных на наших. Но они обещания не сдержали. Они как собак похоронили наших товарищей. И как обычно, скорее всего, оставили здесь мины или подарки разные, которые они любят оставлять, чтобы эти ваня нельзя было забрать. Они обещали, что они в целости и сохранности. Вот он итог. Уже благодаря местным жителям, что сказали, где-то убили, здесь расстреляли ваших солдат, и приблизительное место указали нам. Произвели поиск, нашли. Значит, у одного нашего военнослужащего была отрезана голова. Они издевались. С какого подразделения? С минометчиков. 5 человек было в общей яме. 1 человек обнаружили его случайно, потому что мы заходили вон на деревню с этой стороны, когда вот искали. А машины, видишь, вон где стоят. Мы пошли вот повтор вчера и привозили людей, медицинских, чтобы разобрались. Там лежал еще один труп. Чистой души, я желаю им здоровья, а Всевышний разберется, какое здоровье им дать.